Ну, и теперь как будто бы для тебя специально трактором расчищают дорогу впереди. Поговорим о том, что произошло сегодня. В общем, решил я ночью взять и сменить язык системы. Ну, есть такие приколы, короче, когда меняешь язык системы на телефоне, кое-что прилетает новое в Mifid приложении. А именно прошивка для вашего браслета. Это связано, скорее всего, с языковыми какими-то особенностями данного региона. Вот. В общем, короче говоря, когда я сменил язык локации и регион на телефоне, мне прилетело новое обновление. И, о чудо, вместо версии V1.1.6.3, которая у меня до этого стояла при русском регионе и русском языке на телефоне, с украинским регионом и украинским языком на телефоне, мне прилетела новая версия обновления для Amazfit Bip V1.1.5.56, то есть старая. С чем это связано? Ну, я подразумеваю, что с языковыми какими-то пакетами. Вот. Если кому-то интересно, можно попытаться поменять регионы и посмотреть, будут ли прилетать вам какие-то обновления. Вот. Ну, а так, в принципе, за скриншотом вы можете наблюдать. Вот то, что мы получили. И это уже по меньшей мере весело. Когда в очередной раз прилетает новое обновление, но оно оказывается не новым, а старым, которое было. В общем, как-то так. Кому было интересно, подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока!